Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно классных силиконовых приманках от компании Casadaca. Модель называется Trail Worm. Исходя из названия, можно понять, что приманки у нас напоминают, имитируют некого червячка, скажем. Длина данной приманки 50 мм, поставляется в упаковке по 15 штук. Приманочки являются съедобными. Сами приманки находятся в таком вот пластиковом контейнере. Довольно обильно покрыты неким аттрактантом, имеет существенный специфический запах. Сам червяк, назову его так, изготовлен довольно-таки интересно. Имеется, если смотреть ему, скажем, в лицо, такое вот треугольное тельце, треугольный профиль его, да. Перед хвостовой частью заметно сужение, скажем, вырез. Затем идет такое цилиндрическое утяжеление, затем опять вырез. И затем идет прямая хвостовая часть, на которой имеются такие вот ребрышки. Очень живая приманка. Использую я данную приманочку на оснащение одинарный крючок с шарнирно закрепленным грузиком в виде чебурашки. В некоторых ситуациях использую очень маленький офсетный крючочек. Ну, зачастую хватает и вполне одинарного крючка на чистых участках водоема. Проводка, джиговая проводка и проводка волочения. Одна из основных проводочек для данной приманки, которую я использую, и более, скажем так, результативные, чем на отводном поводке, например. Я сделал вывод для себя, что вот эти две проводочки, которые я озвучил, это одни из самых наиболее подходящих для данной приманки. На джиговой проводке это, соответственно, порядка 2 оборотов катушки пауза. Приманка ложится на дно, и периодически, когда клев, скажем, такой пассивный, когда приманка падает на дно, я немножко еще подыгрываю приманочкой, кончиком удилища. Также проводка волочения по дну, это мы делаем небольшую протяжечку удилища. У нас чебурашка поднимает, грузик, соответственно, поднимает некую муть, делаем паузу. И немножко на паузе начинаю подыгрывать приманочкой. То есть, также осуществлять дрожащие движения кончиком удилища. На данной проводочке приманка у нас довольно-таки активно анимируется. И зачастую это очень классно срабатывает по окуню. Две вот этих основных проводочки. Приманка очень отличная. Единственный нюанс данной приманки, если окунь полностью ее, скажем, сразу не захватывает, а хватает за хвостик при подсечке, мы можем вполне лишиться данного хвостика. То есть в некоторых ситуациях нужно немножко, скажем так, резко не реагировать на первый же тычок, немножко давать как бы некую паузу. Отличная приманка, изготовлена очень качественно и в наивысшей степени отлично работает по окуню. Всем могу смело рекомендовать. Те, кто любит очень компактные маленькие приманки, класса ультралайт для ловли окуня. Однозначно стоящая приманочка. Всем спасибо за просмотр. До свидания.